Псалом 54. Начальнику хора на струнных орудиях учение Давида. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня, и я сказал: «Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяние и бедствие посреди его пагуба. Обман и коварство нисходят с улиц его, ибо не враг поносит меня. Это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в дом Божий, да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их, посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий, потому что нет в них перемены. Они не боятся Бога, простерли руки свои на тех, которые с ними в мире нарушили союз свой. Уста их мягче масла, а в сердце их вражда, слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты, Боже, низведешь их в ров погибели. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. А я на Тебя, Господи, уповаю.